Друзья, вы на канале Есть Поесть, и сегодня предлагаю очень вкусный и необычный пирог для любителей творожной выпечки с фруктами. Основой для пирога служит рассыпчатый шоколадный корж из песочного теста. В общем, пирог очень вкусный, обязательно рекомендую к выпечке. А список ингредиентов, как обычно, открывайте под описанием под видео. В чашу блендера сразу отправляю муку. Добавляю холодное сливочное масло, нарезанное кубиками. Кладу сахар, порошок какао, немного соли и разрыхлитель. Измельчаю. Должна получиться такая крошка, похожая на песок. Теперь кладу яйцо, еще раз размешаю. И на этот раз получается такая пластичная масса, которая легко собирается в ком. Дно формы диаметром 21 см застелила пергаментом и выкладываю тесто. Распределяю его ровным слоем прямо руками, можно воспользоваться стаканом. И формирую невысокие бортики. Часто накалываю корж вилкой и отправляю заготовку в холодильник. Тем временем сделаю начинку. Беру творог, добавляю сметану. Жирность на ваше усмотрение. Кладу сахар, ванильный сахар, немного соли, два небольших хорошо спелых банана для удобства разламываю на кусочки, цедру лимона или апельсина для аромата, два яйца и крахмал. Я использую кукурузный. Погружным блендером нужно довести массу до желаемого состояния, до кремообразного, или можно оставить небольшие крупинки. Выливаю начинку на корж, подравниваю края и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку минут на 40-45, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Тем временем у помытого апельсина отрезаю все ненужное и режу дольками вместе с кожурой. Конечно, если есть косточки, их нужно удалить. А также я отрезаю вот эти белые утолщения. Кладу в чашу блендера, добавляю сахар, по желанию ликер, и измельчаю. Делаю это импульсами, чтобы остались очень мелкие кусочки. Выкладываю в удобную посуду. Если масса получается сильно густой, добавьте немного воды. Отправляю на огонь и после закипания, постоянно помешивая, варю минут 5. В крахмал я добавляю воду, тщательно размешиваю и добавляю в горячую апельсиновую массу. Снова отправляю на газ и, помешивая, довожу до загустения. Тем временем пирог у меня приготовился. Отправляю на него апельсиновую массу прямо в горячем виде. И пока она не застыла, быстро распределяю ложкой ровным слоем. Дам застыть. Чтобы ускорить процесс, можно отправить в холодильник. Буквально на час. Далее пройдусь по краю ножом и освобожу пирог от формы. Украшайте пирог по своему желанию. Разрезать удобно слегка теплым сухим ножом, я его нагреваю над газом. Посмотрите, насколько нежная начинка, а также не менее нежный и рассыпчатый шоколадный песочный корж. Вкус очень свежий, насыщенный цитрусовый, с шоколадной и сливочной ноткой. Выглядит ничуть не хуже какого-нибудь торта. Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк, чтобы не потерять, и обязательно напишите комментарий. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне, увидимся в следующих видео.